Великая Отечественная война разделила детство Людмилы Волковой на «до» и «после». В 1941 году отец ушел на фронт, а мама стала работать на заводе в две смены. Десятилетней Люде пришлось сразу повзрослеть. Она прилежно училась, занималась домом, отоваривала продуктовые карточки и помогала раненым. Мы ходили в госпиталь. Знаете, помогали, вот как сейчас, вот я помню. Ну, как-то, знаешь, подойдешь вроде к раненому, там, вот все свежее в памяти. Вот. Они очень радовались, когда мы приходили, очень радовались. Да, кому-то читали, кому-то писали. После победы вернулись с войны сначала отец, потом брат, и жизнь стала потихоньку налаживаться. Людмила Ивановна с детства увлекалась спортом, была чемпионкой Московской области по бегу на коньках, но по воле случая навсегда связала свою жизнь с медициной и стала врачом-педиатром. Я в 49-м году закончила школу. Вот, школу хорошо закончила очень, да. Вот, и выбор был, куда поступать. Я не собиралась вначале в медицинский. Но так как я спортом занималась, меня уговорили, если можно сказать, из медицинского института. В свои 92 года Людмила Волкова до сих пор работает врачом в детском саду в Одинцове. Все 66 лет, по-моему, 66, наверное, так я как-то считала. Может, туда-сюда полгодика. Вот, работаю педиатром, не меняя профессии. В личной жизни также все сложилось удачно. Еще учась в институте, вышла замуж за соседского парня, военного, и много колесила с ним по стране. Он был студентом, но так как мы женились, он решил поскорее зарабатывать. И пошел в училище, в Московское училище Верховного Совета. Хорошее очень училище. Вот, он высокий был такой, стройный, всегда знаменосцем был. Сегодня жизнь Людмилы Волковой бьет ключом. Работа, маленькие пациенты, коллеги и, конечно, родные. Дети, внуки и правнуки. Дочери пошли по ее стопам и работают в социальных сферах, медицине и образовании. Но всегда стараются находить время, чтобы собираться всей семьей. У нас каждый раз воскресные обеды. Да, да, у дочки. Ну, просто мама, полвторого, чтобы ты была. Если сейчас вот, я говорю, у меня ноги валят, не пойду, у меня свой обед есть. Сейчас Антону пришлем. Людмила Ивановна никогда не придерживалась особого режима или диет. Да и сейчас времени на себя не всегда хватает. А секрет долголетия для нее – это оптимизм и умение жить по совести. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».